уроки Кати, они помогают лучше чувствовать себя, относиться внимательно к своему телу, и именно тот подход, который она использует, интегральная йога, он и помогает чувствовать себя, то есть даже через банальное прикосновение, делать его не просто бездумно, а осознанно, и чувствовать все эти эмоции через прикосновение. И еще, смотря на Катю, сразу веришь, что когда-нибудь сможешь так же, потому что видно, какой она провела работу над собой. Она большой вдохновитель для меня, огромный. Видно, что она очень много работала над собой, чтобы стать тем, кем она является сейчас. И поэтому хочется стремиться и соответствовать такому потрясающему.